Так, скоро будем делать вот такую вот картиночку на детском мастер-классе. Сами ее будем плести, сами будем делать одуванчики, сами будем все оформлять. Вот, и цыплятки тоже будут. Такой мастер-класс, ну, я планировала сделать его к Пасхе, но, к сожалению, немножечко не успела, да. У меня вот девчонки выпросили, чтобы был джанбук вместо вот этой, ну не вместо, они не видели эту поделку, просто я планировала ее как раз перед Пасхой уже сделать, вот, но они выпросили, чтобы был джанбук. Это очень интересный мастер-класс. Делали мы 2,5 часа, даже нет, больше, около 3 часов получилось, но очень они кропотливо украшали все странички. Если кто в курсе, что такое джанбук, это полностью ручной блокнот, сделан, изготавливаем как бумагу, так и все украшалки, и полностью украшаем все странички. Всем, чем душе угодно. Карточками, вырезалками, вырубкой, штампами, набрызгом и так далее. В общем, всем, что под рукой есть. Вот. И то. Они бы делали еще дольше. Уже просто я их поторопила, потому что действительно процесс очень увлекательный. И вот эта поделка у меня осталась. Этот мастер-класс у меня не прошел, но я его сделаю. Единственное, он у нас будет уже не пасхальный, как бы, яички мы туда не будем закладывать, а сделаем его... Просто летняя композиция. И, скорее всего, будет он в повторе в летнее время с другими ребятами. Вот. Скорее всего, я его сделаю массовый, так как он довольно-таки доступен, несложный, вот, но в то же время очень симпатичный.